Добрый день, мои хорошие. Сегодня блинчики решила испечь. Смартик сидит там, с ума сходит от запаха. Все прыгает сюда. Отвернулся, обиделся, что я с ним блинчиками не делюсь. В окно смотрит. Что, отвернулся, да? Блинами я с тобой не делюсь. Обиделся. У меня здесь жарится. И блинчики будут с майским медом. Вчера купила мед. С таким медом вот блинчики. Вот он сидит, он ждет. Когда же с ним поделится блинами. Ты что тут с ума сходишь? А? Что с ума сходишь? Ты так есть просишь, да, Смоль? А? Блинов нанюхался, есть захотел. Капельку масла налили. По одной вот так потрясли, распределили и добавим тесто. Также распределяем по сковороде. Все смотрит в окно. Он все смотрит в окно, этот мальчик, да? Этот мальчик все смотрит в окно, а? Да? Ну ладно, постой со мной так. Что ты? Постой со мной так. Да, постой. Жду меня. Ручки пахнут маслом, да? Ручки маслом пахнут. Да? Хороший мальчик. Да. Гуляет, хочет. Да. Кусается. Кусается. Нельзя кусаться. Нельзя кусаться. Смотри. Нельзя кусаться. А тем временем у нас жарятся блинчики. Тоненькие, аккуратненькие блинчики. Смотрите, какие они эластичные. Их можно и завернуть, и закатать, и вот так вот. И так. С творогом, например, мы очень любим. Завернутые блинчики.
Да, пришел мальчик. Вот он. Пришел. Лежит, ждет. Ждет мальчик, да. Да, ждет. Когда хозяйка освободится. Да, и гулять с ним пойдет. А Смарт устал меня ждать, пока я блины не пеку. И заснул. Ты не спишь? Я думала, ты спишь, Смартюль. Ну все, последний блинчик пеку и идем гулять. Все. Да, 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 мой хороший. Будет, да? А? Куда побежал-то? А? Куда побежал? Да. Кушать хочешь? А? Да. Кушать. Кушать хочет, мальчик мой. Как мы с тобой учимся? Нет, не надо прыгать. Прыгать не надо. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Нельзя. Нельзя. Водичку убери. Нельзя. Нельзя. Смарт. Нельзя. 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 Облизывается, облизывается, да. Нельзя. Можно? Миску проверять, не осталось ли там еды.